Чай с лимоном пьют только в России. Об этом староскольские студенты узнали в Белгородском музее народной культуры. В минувшую субботу, посвятив свободное время полезной экскурсии, юноши и девушки отправились в путешествие по родному краю. Прохоровка и областной центр открылись для ребят с новой стороны. Я бывала в Белгороде довольно часто, но чтобы вот так приезжать целенаправленно в музей, чтобы что-то узнать новое о культуре, не о целом культуре России, а о культуре своего края, в котором я живу, в котором я родилась. Вот буквально первый раз есть такая возможность посетить такой замечательный музей, узнать о том, как правильно заваривать чай, как правильно пользоваться самоваром и о традициях чая. То есть такая замечательная возможность выпала буквально вот сегодня. Очень интересно непосредственно было побывать на экскурсии. Особенно понравился второй музей. Теперь знаю, как пить чай, какие бывают чаи. Знаю про Курскую дугу. Очень горжусь тем, что непосредственно наши женщины построили староскольскую ржаву, эту железную дорогу за 32 дня. Прям узнаю интересные факты о нашем городе и какие были интересные люди, волевые.